В 21 раз городской округ Щелково присоединился к московским областным рождественским образовательным чтениям. В течение месяца в учреждениях образования и культуры округа проходили конференции, выставки, встречи, концерты и многие другие мероприятия. В корпусе школы номер 20 в Загорянском подвели итоги форума. Духовно-нравственное обучение и воспитание – это приоритетное направление во всей системе образования городского округа Щелково. Рождественские чтения, церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В этом году его темой стало православие, отечественная культура, потери и приобретения минувшего, образ будущего. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.